Уже четвертый год подряд «Фиеста» накрывает весну. Громкая ритмичная музыка нарушает привычную тишину спорткомплекса Александра Карелина, который традиционно предоставляет 7 современных спортивных площадок для проведения семинаров, преконвенций, мастер-классов и бизнес-тренингов. Участие в интересной и полезной для здоровья трехдневной программе принимает свыше 150 инструкторов-профессионалов из разных городов России и зарубежья. Мы постарались представить все направления – степ, танцевальные направления, зумба, пилатес, функциональный тренинг. То есть постарались охватить вообще все наиболее востребованные, наиболее модные направления в фитнесе. Программа с использованием специально скользящих подушечек, глидинги называются. С помощью их люди могут тренировать все мышцы тела в комплексе. Она очень простая и очень эффективная. Фитнес-конвенция – значимое мероприятие для всех, кто ведет активный образ жизни, хочет завязать полезные контакты и заявить о себе. Обновить свои знания и умения, увидеть новинки, использовать их на своих тренировках решила и Анастасия Полетаева. Инструктор из Москвы в сфере фитнеса уже 9 лет, но на такой фестиваль приехала впервые. Безумно довольна организацией, очень классно. Безумно довольна подобранным составом именно презентеров, супер. Отель очень хороший, хороший сервис, чисто, тут же можно перекусить на первом этаже, лифты, тут же бесплатный пляж, тут же выходишь только из отеля, сразу же конвенция. То есть максимально организаторы создали комфортные условия. Сегодня участники фестиваля узнали о функциональной тренировке в групповом формате, изучили движение среднего и продвинутого уровня Pilates Network. 1 и 2 июля пройдет фитнес-конвенция по самым модным направлениям этого года, хедлайнерами которой выступят мировые и российские звезды фитнеса. А также пройдет бизнес-конференция, где участники «Фиесты» обсудят способы грамотного управления клубом в условиях экономической нестабильности и получат лучшие практические советы от топовых спикеров, фитнес-директоров, ведущих фитнес-клубов. По завершению фестиваля все инструкторы получат сертификаты об участии в конвенции. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».